Как вы думаете, что это за растение? Я сначала думала, что это какой-то филогафис, либо его какой-то близкий родственник. А оказывается, это пилея инволюкрата. Обалденно красивое растение. Мы уже привыкли к этим пилеям, как к обычным, ну, промышленным таким растениям, которые гонят к нам тоннами Голландия. Но вот это просто шедевр. Посмотрите на его структуру. Вы видите, какой лист. Обалдеть. Он весь гористый, с волосинками. И еще у него рисунок. Видите, какой у него хороший рисунок. Не очень жесткие границы, но довольно так издали кажутся четкими. Ну-ка, с этой стороны. Довольно, да, все-таки не четкий, а плавный переход у него идет. Из одного цвета в другой смешиваются. Но все равно вот так вот, как кайма, хорошо смотрится. Вот это растение прекрасно живет открыто и не менее прекрасно ему во флорариуме. Так что те, кто пытается сейчас как-то украсить свой флорариум, пожалуйста, вот можете вот такое же растение найти, приобрести. И оно очень даже компактное и просто очень красивое. Лист фактурный, обалденный. Он еще блестеть умудряется. При том, что он опушен. Мне вот даже интересно, нет ли у него флуоресценции. Но пока замечено не было, просто это, видите, сильное опушение, пока небольшие листики. Сейчас они подрастут, они будут вот такие же. У них еще вот эти конусы не сформировались полностью. Видите, они еще не разошлись. Сейчас подрастет, разойдутся вот так же. И, соответственно, будут уже более редко смотреться. Растение у меня это недавно, с мая всего. Карантин она прошла. Все хорошо. Никто не бегает, никто в ней не живет. Все, со следующей недели поедет во флорариум. Все-таки там понадежнее. Места там хватает, флорариум большой. Вот все такие ценные растения. Я не в смысле стоимости, я в смысле того, что для меня это растение имеет ценность. Вот то, что мне вот так дорого и очень нравится, я, естественно, быстренько спрячу его в флорариум. Где надежно, влажно. И я уверена, что там все будет жить.